Я считаю, что это правильно. Нужно все-таки быть патриотичным человеком. Если ты, тем более, известная личность, ну, не надо, как говорится, плевать в колодец. Не нужно гадить там, где ты живешь. Вспомните, все очень известный случай был громкий, когда Сердючка спела «Russia Goodbye», и все ее отлучили от кормушки. Все прекрасно помнят этот случай. Просто вот, я реально считаю, что не надо гадить там, где ты живешь. Ты здесь живешь, делай только лучше. Кратко. К